3 мая, РИА Новости. Памятная акция по случаю 4-й годовщины поджога Дома профсоюзов в Одессе радикальными националистами состоялась в среду в центре Вены. Активисты общественной гуманитарной организации «Комитет за мир на Украине» при поддержке австрийского антифашистского движения и коммунистической молодежи Австрии собрались на площади перед собором Святого Стефана, чтобы рассказать о кровавых событиях, произошедших 2 мая 2014 года на Украине. Участники митинга в течение нескольких часов показывали сотням прохожих фотографии трагедии в Одессе, выражали протест против засилия неонацистов на Украине, призывая не допустить произвола радикальных националистов и распространения ненависти на Украине. После госпереворота на Украине активисты антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами антимайдана с одной стороны и футбольными ультрасы с Харькова и Одессы, а также радикалами Евромайдана, с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители антимайдана. При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек